Всем привет, с вами Фекс, и сегодня мы будем играть в игру под названием Мук. Я делал опрос, собственно, в своем Discord канале, или как он там называется, Discord сервере, вот. И многие из вас ответили, чтобы я все-таки записывал эту игру. Да, я помню, что я как-то эту игру стримил, но, знаете, с тех пор как бы я уже все забыл, так что будем снова с вами все разбираться. Я такие вещи вот обычно быстро так хоп-хоп все один раз прошел, уже в следующий раз забыл. То есть поэтому с вами пойдем, будем потихоньку разбираться, играть, понимать что да как. В общем, давайте погнали. Создаем лобби. Пока что поставим изи, потому что, ну, мало ли, что там за жопа вообще будет. А может и не будет жопа. Пока что на изи попробуем сыграть. О, да, я заспаунился. День нулевой, классно. Я люблю такое, день нулевой. Так, сундучки, это мы помним, что тут есть сундучки. Есть грибочки. Чтобы взять. Все, я взял грибочки. Тап. Все, тап. У нас инвентарь открывается, все, вроде вспоминаю. Разноцветные грибочки. Что они мне... Так, мне... А, все, я понял. Я понял. Я не тупой, я все понял. Короче, мне вот... А, у меня бег кончился, это вы прикалываетесь. Ладно, мы нашли с вами камень. И давайте попробуем какое-нибудь дерево добыть на природу. Ну, тут еще камушек. Интересно, как я такое большое дерево срублю камнем? А, ну оно вообще никак не добывается. Давайте тогда с вами попробуем добыть какое-нибудь, я не знаю, вот такого тоненькое дерево. Я надеюсь, у меня это получится сделать. Потому что... О, да, получается, отлично. Уже какой-то прогресс, так сказать, есть. Так что, я думаю, сейчас мы с вами кучу всего понаделаем и будем спокойненько уже. Так, мне выпало дерево и выпало яблоко. Отлично. Я пока что вот так вот все это разложу. Есть яблоко и уже, в принципе, на этом спасибо. Есть какая-то руда, называется Абиум. Чего я не знаю такие названия вообще. Что это? Кто придумывает название для этих руд, разработчик? Ты когда успел такие названия придумать? Алло, напиши мне, блин, ФЛС. Чё, как эта руда переводится? Потому что я не понимаю, что это такое и как оно вообще называется. Я даже прочитать это толком не могу, понимаете? Даже прочитать не могу. А, я могу скрафтить столик, хорошо. Пока что я могу скрафтить какой-то, как это называется, вообще не знаю, типа тарелочки или блюд. Я могу какие-то построечки вот такие вот скрафтить. Можно, в принципе, попробовать. Но у нас с вами вообще, по сути, сейчас ничего нету, дерева нету, ничего нету. А нам нужно с вами еще как-то выживать, продвигаться, а у нас, как бы, мы бомжи, у нас ничего нету. Что делать? Никто ничего не знает. Пока что я знаю только одно, я могу добывать дерево камнем. По крайней мере, вот такие вот тоненькие деревья. И все, что я могу. Да. Это все, что я могу. Поэтому будем пока что добывать камень. Куда я поехал? Куда я поехал? Эй! О, нифига, я с такого расстояния могу. А, ну я уезжаю с горы, как на это. У меня, видимо, не ноги, у меня вон, видите, у меня этот. Глина, блин, пластилин, я, блин, уезжаю нафиг. Из чего мои ноги вообще сделаны? А, вот, я могу скрафтить кирочку пока что, и все. Больше ничего. То есть я просто скатываюсь по своим ногам, как будто, я не знаю, как по мылу какому-то. Может, мой человек в этой игре это и есть? Мыльный кусок мыла? То есть я не знаю, что заставляет его с горы вот так вот скатываться, как, не знаю, это, как будто ему ноги мылом размазали, вот такой, поехал. Потом нормально вообще ему будет. Как он потом на гору будет забираться, я вообще понятия не имею. Так, я пока что вообще ничего скрафтить. Да, все, я, значит, правильно понял. Так, я могу забрать его, по идее, насколько я помню. Да, я могу его забрать, отлично. И кажется, уже темнеет. А это фигово, мне кажется. Ребят, мне кажется, это фигово. Я надеюсь, я выжил, по крайней мере. Меня не сожрут какие-нибудь, не знаю, там, что-то меня не сожрет. Потому что, понимаете, сейчас в современных играх может случиться все, что угодно. А вдруг на тебя нападет невидимая стена, которую ты даже увидеть чисто физически не можешь. Что это было? Ё-моё, иди нахрен, ты чё за динозавр? По хлебалу получи, на тебе. Эта тварь меня за ногу укусила. Охренеть, я обосрался. Вы как-нибудь выходите такие на улицу ночью
И видите перед собой вот таких вот тварей. Знаете, как можно обосраться полный? А чё я больше могу намажить? Топором или... А, я киркой могу больше дамажить. Кстати, прикиньте, я могу открыть. А, вот у меня монетки. Монетки, походу, вот с этих зверюк выпадает. Да, вот, я их собираю. На. Ох, ты еще кто? А, ты, а нахрен ты кости в руку? Взял, дебил! Кость положил на землю, тварь. О, я могу... Буст ХП! Вообще шикардос! Повезло знатно! На тебе! Жить! Нету! Давайте, кто еще? Кто еще на меня? Давай! Он просто из земли вылазит, как зомби хренов! А, я понял! Всему этому есть логичное объяснение. Это зомби-динозавр, который каким-то образом... Проковыри это влазит сквозь землю, в прямом смысле, он не выкапывается, он просто вылазит. Я не знаю, как это вообще объяснить, чем это объяснить и для чего это объяснить. Он просто каким-то образом это делает, и все просто без комментариев, что сказать. Тут уже нету никакого логичного объяснения. Так, ну у меня есть, получается, грибочки. Я хочу проверить, на что они вообще влияют. Желтый грибочек, жрем. Ага, он мне хп это устанавливает мне. Голод получается, да? Вот это мне что устанавливает? Ага, это хп устанавливает. Вот этот я попозже проверю, хорошо. Вот видите, я просто скатываюсь. Я, блин, долбанное желе. Ёлки-палки. Почему персонажа превратили в какое-то желе, который еще и выглядит вот так, вот так вот. Посмотрите, как этот персонаж выглядит. Вы как-нибудь увидите у себя такого в реальной жизни ночью? Вы пересретесь, я не знаю, похлеще, чем, я не знаю, там... Самый пугливый человек на планете, что ли? Потому что по-другому это никак не назвать. Но пока что одно я понял, это то, что я нашел вот уголь, и я могу его деревянной киркой добывать. Это хорошо. Это очень даже хорошо, потому что уголь, она нам очень сильно пригодится, ребят. Оно нам очень сильно пригодится. I'm good? Алло, игра, ты умеешь сохраняться? Иначе мне придется, наверное, записывать целую миллион тысяч серий на этот видос. То есть я вот начну запись? И буду записывать до конца. Чё это за вообще штука такая? Объясните, что это такое? Ты чё? Ты что это такое? Объясните мне. Я не понимаю. Ну ладно, вроде как оно меня не хочет жрать. И как бы на этом хорошо. Ну хорошо, это статуя. Она мне ничего не сделает, да? Я сейчас раз сделаю скриншот для превьюшки. Попробовать научиться делать превьюшки, а то уже у меня сколько там, миллион тысяч подписчиков будет, я все превьюшки не умею делать никакие, даже элементарные. Надо бы учиться делать превьюшки, ребята. Если вы решитесь заниматься ютубом, вам обязательно нужно первым делом начать снимать сначала сразу хороший контент и быть каким-то специфичным, веселым, позитивным чуваком, чтобы людям было интересно вас смотреть. И... хорошо уметь монтировать и делать превьюшки. Тогда у вас будет все суть. Но, хотя сейчас посмотреть в современные реалии Ютуба. Сейчас я не знаю, какой видос только не отсними. Сейчас хайпят только какие-нибудь там фикса и фиксплей всякие там ваши, которых я не смотрю вообще. Вот кто смотрит их, ребят, пишите в комментариях. Мне будет интересно почитать, кто реально этих людей еще смотрит. Хотя так посмотришь в эти тренды Ютуба. Там одни фикса и фиксплей. Кто там еще был? Эдисон вроде там был еще, да? Ну, еще там разные люди бывают. А они снимают одно и то же, то есть всякие вот там... выживают там один блок, на одном блоке челлендж, еще там вот всякие такие вот вещи. Я не понимаю, мне бы уже 10 тысяч раз надоело смотреть это одно и то же, потому что они снимают каждый раз одно и то же. И люди тоже плагиатят друг друга постоянно, то есть как вообще будет людям интересно их смотреть? Я вот вообще не понимаю. Но пока что мы с вами выживаем и нормально, в принципе, все. А я на еще руду, там есть зеленая, есть синяя руда, все яблоко. Яблочек вообще дофига. То есть я могу бесконечно яблочками питаться, ребят. Вот это, конечно, классно, классно, классно. Я не могу открыть, классно. Мне не хватает конь, да. Так, я откуда-то взял... Солнце, ты чё пугаешь? Эй, ты шо? Ты что, хочешь сделать вид, чтобы я тебя боялся, что ли? Не, я тебя вообще не боюсь, понимаешь? Я тебя вообще не боюсь. Я самый бесстрашный человек на этой планете, на самом деле. Так что меня вообще вот ничего не испугает. Хоть ты меня, я не знаю, гипопотам нападет. Я вообще, не знаю, ничего. Вот уже понабежали, козлы. Козел ты, козел, понимаешь? Ты козел, и лайки мне на ролики не ставишь. Вот в жопу тебе, на... Ну чё такие большие, народ? Чё это такое?
Почему они в размерах увеличились? Чё так трудно? Я не понимаю. Жить, выживать, лови в хлебальник. Волки! Охренеть! Волки! А мне-то как с вами выживать-то? Волчина хренова! Идите в жопу все от меня, заколебали! Наркоманы, вот все ко мне прилепились, а? Еще один Петрович наркоманский. Ты еще выживаешь, а? Дай с топориком, по-моему, пободрее будет. Хотя на самом деле, ну да, он пободрее чуть-чуть, чем кирка, поэтому будет удобнее убивать. Ты чё вас так-то много? Да я не понимаю, как в эту игру играть. Тут слишком дофига, я только изи мод врубил, а тут уже так сложно. И тут слишком, ну то хрена в прямом смысле. Что это так? А их... вот он лежит. Петя, чё, нажрался в щи, да? Так, берем, получается... Ко мне идёт. Кто ко мне идёт? Кто нахрен ко мне идёт сейчас? Фига тут просто тут золотая жила какая-то. Посмотрите, сколько у меня всего, я не знаю. Еще 1 000 000 лет проживу, на самом деле. Так, золото у меня переплавилось за ночь, хорошо. Я могу скрафтить что-нибудь, не знаю. Что-то у меня вообще ничего нет, какой-то я бомж, что сам. Железо! Я могу железо добывать! Прикиньте, я железо нашел. То есть, я сколько бегал, я только сейчас нашел железо. Вы серьезно? Где оно было все это время? Где? Это прикол, реально. Ну, я думаю, я сейчас все железо добуду, чтобы потом не мучиться, не бегать туда-сюда. Поэтому нужно сразу все хоп-хоп и все. Так, вот зарегенится. Да, все. Вот это погодите, сейчас что-то. А, так он и голод, и здоровье восстанавливает. Слушай, прикольно. Типа, знаете, такое, грипп от всех болезней. Покупайте, не пожалеете. Цена всего лишь там 1 000 000 гривен в месяц. Так это еще по скидке, ребят, это еще по скидке. Так что покупайте, выгода превыше всего. Я вас уверяю. Не пожалеете. Ну давай. Ну что так долго? Вот другое дело. Посмотрим, что я теперь могу. Я ничего не могу. Я могу скрафтить стрелу. А мне зачем стрела? Я не знаю, зачем мне стрела. Я вообще не понимаю, зачем мне стрела. Для чего она мне вообще нужна. Но я могу закинуть сюда. Тут вообще можно. Здесь вообще хоть что-то что можно скрафтить? Кроме вот этих вот вещей, которые я вот скрафтил. Это печку, стол я скрафтил, и еще какая-то штука. Какая-то вот, вот эта вот штука. Как она называется? Я не понимаю, как она, как ее вообще. Назовите, как ее зовут. Вот эту вот шнягу. Я не понимаю, как ее зовут. Так, я скрафтил. Я какую-то штуку взять. Ну, на самом деле, хорошо, что я могу еще вот это вот дерево добывать. Мне кажется, оно пригодится мне для новых крафтов. Но, на самом деле, не факт. Не факт. Я не знаю, на самом деле, понадобится оно мне вообще или нет. Но это еще загадка века, на самом деле. Я не знаю, когда разработчики выпустят какую-нибудь версию этой игры с автосохранением или чего-нибудь такого подобного. Потому что, ну, как видите, игра вообще вот никак не сохраняется. Поэтому я не представляю, как вот... в эту игру продолжать дальше играть. Я же не могу записать ролик на целых, не знаю, там, 2-3 часа и не разделять их на серии. Ну, это глупо будет, я не знаю, кто так записывает. Ну, может быть, только я так записываю, но и то я так не записываю, потому что я же нормальный человек, сами понимаете. Я всегда был нормальным человеком и буду нормальным человеком, вот и все. Тему закрыли, как говорится. На этом наши полномочия все окончат. Хова. Так, я могу... Вот это зачем? Чё это за... Чё это за хрень? Ты без... Чё это за... Оно может ровным счетом. А, оно броню может крафтить. Железо. Чё не могу сказать? У меня появилась анвил. Как это называется? А, мне железный. И рок. А чё такое? Я не знаю, чё такое рок! А вот, рок камень. Я вас понял. Твою мать, твою сейчас опять наркоманы пойдут нападать. Быстрее, камень. 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 Добывай, в конце концов, камень. Ёб твою мать! Идите в жопу! Убил! Живи! Живи, мать твою! Живи, мать твою! Живи! Наркоман! А, ну у меня, в принципе, нормально хп. Чё я парюсь-то? Чё я ору-то? Напишите в комментариях, чё я вообще орал. Я не понимаю, зачем я орал. А, он автоматически подбирает. Всё, я думал, я сейчас сдохну. А у меня хп на самом деле нормально, я уклонялся, наверное, еще. На тебе по хлебальнику, на тебе, на. Сдохни ты уже, наконец. По-моему, эта ночь даже была легче, чем вторая.
Отлично. А, вон мои ресы. Че я вообще не говорю. Но теперь у нас есть с вами наковальня. Да, отлично, отлично. Я не знаю, что из этого лучше. Поэтому хрен с вами, я скрафтер. Я не знаю, что из этого лучше, но я скрафчу железный меч. Потому что хочу. Теперь-то мы с вами заживем. Мы с вами скрафтили броню. Понимаете, мы с вами скрафтили броню. Охренеть, вас тут до хрена нужен для вас тут всего. Ну вот тут, в принципе, есть еще золото. Могу докопать. Вот теперь можно добыть. А, почему? Я ж добывал. В смысле? Эй. Меня обманули. Нечестно. Ладно, мне в принципе не трудно, я скрафчу кирку железную. С помощью нее попробую добыть золото. А там уже броню докрафтить. Хотя бы у нас с вами получится нормально выживать. Так, золото, вот оно, вкусное такое золото. А, вон, переплавлять не надо. Вот в чем. Я думаю, что за хрень. Вот сюда пихаем. А еще нам нужно. А, нет, вот так. Теперь у нас переплавляется, отлично. Пока можно походить по грибочке, пособирать там вот это вот всякое, да? Ух. Угля нам всегда нужно. Угля это нам всегда. А, это всегда. Так, все. А волков то есть даже не было? Вы серьезно? Ну ладно, я не против, как бы вообще. Вообще меня это не парит, то, что волков не было. Короче. Первым нужно походить, сундучки пооткрывать. Мы же с вами любим сундучки-то открывать. Ох, что-то я вообще чуть запыхался, аж жрать захотел. Надо тоже жрать. Гиря. Ох, ребят, теперь-то я качком вообще буду на все 100%, а. Что-то звуки слишком много. Надо было вообще заранее звуки убавить, но я что-то забыл. Вот так вот. Отлично. Теперь-то мне никто вообще похлебальник. Теперь-то все супер. Да. У меня есть монеты. Да, нет. Только не на что я их вообще потратить не могу. Вот это для чего? Я тут вообще вот только стрелы могу скрафтить. А, тут я могу еще луки скрафтить. И все. Вы что, серьезно? Так, я хочу скрафтить. Да, да. Почему мне не хватает? Я не. Вот это брич. А что такое барк? Я не знаю, что такое барк. Чё такое барк? А, барк. Так что, да. Брич. А, вот все, брич вуд. Значит, я правильно побежал вот это добывать. Хорошо. Я вас понял, я вас прекрасно понял. Пока что у нас с вами день 4, и пока что у нас все с вами по кайфу и шикарно и классно, да, хорошо все. Значит, у нас с вами ждет шикарное будущее. Яблочко может бесконечно питаться в этой игре, мне кажется. Уж слишком их тут дофига, мне кажется. Хотя, может, так и должно быть. Хотя, если вот, смотрите, походить в реальной жизни, мне кажется, ну не на каждом дереве ты яблоки увидишь, да? А тут буквально везде эти яблоки валяются. Вон яблоко, вон там яблоко. О, еще где-то яблоки есть. Вот еще яблоко лежит. Вот еще яблоко. Короче, везде яблоко. Зашибись. Там есть коробка. Что там есть статус. А у меня еще гром и гремит, земля трясется на улице. У меня все в порядке, ребят. Кто за меня прижал, у меня все в порядке. Потому что гром гремит, земля трясется, но всегда все. Потому что я люблю слушать гром. И вот эти вот все связаны. Просто садишься такой около окна. Садишься и слушаешь, как гром гремит. Дождик тебе в лицо капает. И молнии в рожу тебе ослепливают. Нафиг. Ребят, я буду эту игру называть Мука, потому что для этой игры это название очень классно подходит, поэтому не удивляйтесь, если я буду вот так вот постоянно называть эту игру Мука. Потому что это самая настоящая мука. Играем, ребят, в муку, учимся лепить муку. Это муку, да. Как-то так. Не подходи, тварь. Расхреначу. И тебя тоже хреначу. Валит уже печь капитянский. Нате. Я не понимаю, часто игра не так. Типа, блин, во второй это ночи, да, у меня было, по-моему, сложнее. А сейчас вот третья, четвертая ночь. Сейчас пятая сколько будет, да? Как-то вот их поменьше, что ли, стало или что? Ну реально, их почему-то легче с каждым днем. Я не понимаю, как чувствую игру. Типа, все игры делаются так, типа, с каждым разом все сложнее, типа, новый левел сложнее, да? А в этой игре совершенно все наоборот. Поэтому я не понимаю, что с этой игрой не так. Вот так. Вот так не так. А! Чё это? Охренеть! Я только сказал, что с этой игрой что-то... Уйди, тварь, уйди. Чё это такое? Ты что-то стреляешь там чем-то, а? Это что за огненные твари? Объясните мне.
на превьюшку у меня пойдешь. Капец, вот это красавчики! Офигеть, ребят, это жесть какая-то на самом деле. Вы видели, это просто огнедышащие драконы какие-то, блин, которые стреляют лазером! Лазерными шарами. О, господи, это жесть какая-то, ребят, я вас отвечаю. Ну, я думаю, у нас, в принципе, все на эту серию. У нас с вами все, в принципе, прекрасно. Мы с вами скрафтили хорошую броню. В принципе, полужелезную, полузолотую. И, как говорится, и так сойдет. Да? Все хорошо, класс. Мы с вами скрафтили хороший меч, с которым можно хорошо сражаться. Со скоростью света, между прочим. Как, ну, с вами, вы, в принципе, сами видели, как мы сражались с этими зверюгами, блин, с стрёмными шушек. Капец, я не знаю. Жесть. Так что, ребят, кому понравилось это экспериментальное видео про эту игру Мука, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте мы в группу ВК, а также в Дискорде. Я там выкладываю всякие интересные новости. Конечно, если они вообще происходят. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи! И всем пока нафиг!